Образ ученого – некий бородач, седой, в очках, с морщинами. Стереотипно, скажу вам. Да, средний возраст российского ученого – 50 лет. Но тенденции имеют свойство меняться. И вот совсем скоро этот самый средний возраст упадет лет на 30 примерно. Думаете, нет оснований так полагать? Смотрите наш следующий сюжет. 36 лет Александр Попов представил широкой общественности свое изобретение – устройство для приема и передачи радиосигнала. Таблица Менделеева увидела свет, когда ее создателю было 35. Сегодня большое количество научных достижений также принадлежит исследователям, которым нет еще и 40. В 2009 году лауреатом Зворыкинской премии стал проект «Геоматрикс», разработанный нашим земляком Рамилем Рахматуллиным. Еще аспирантом у Рамиля появилась идея создать биокожу, которая помогла бы больным с тяжелыми формами ожогов. Появилась собственная лаборатория, команда. Молодые ученые – это креативно мыслящая часть научной общественности, да, которая генерирует очень интересные идеи. У них незамыленный взгляд, они смотрят на проблему со своей объективностью, там, прямотой. И вот на своем опыте хочу сказать, что ряд новых, оригинальных, интересных там, концепций, идей, они были изложены вот, нашими сотрудниками. Например, создание фибриновой матрицы. Лучшего результата удалось достичь Эльмире Гельмуддиновой. Девушка уже год занимается исследованиями в команде Рамиля Рахматуллина и является студенткой Оренбургской медицинской академии. Работа в боксе с клетками ее привлекает куда больше тусовок в клубе и походов в кино. В свободное время Эльмира занимается конным спортом. Что касается будущего, молодой специалист уже определилась. Я в дальнейшем планирую поехать в Москву для продолжения обучения, потому что после 6 курса надо уже определяться специализацией. Я определилась, это трансфузиология, то есть работа с клетками крови. Любовь Бурлуцкая – самая молодая сотрудница предприятия. Девушке удается совмещать учебу в школе и работу. Пока основные обязанности Любы – это расфасовка, но в будущем она планирует закончить вуз и заниматься разработками наряду со своей мамой, которая, к слову сказать, также трудится над инновационным продуктом. Для нас очень важен творчески мыслящий человек. Человек, который уже заложен каким-то своим пониманием, которым видением. Вот. И мы для того, чтобы делаем некий такой кастинг, элемент кастинга, да, суть его заключается в том, что мы даем проблемную ситуацию. И как он решает эту проблемную ситуацию по итогам этого решения, если тем более нестандартно, оригинально, то мы с удовольствием включаем в команду. По сравнению с западными аналогами, наше изобретение гораздо проще в использовании и доступнее по цене. По словам Рамиля Рахматуллина, в будущем малое предприятие вырастет из коротких штанишек. Каждый специалист будет курировать свое направление.